Новая методика определения расходов на ремонт транспортного средства по договору ОСАГО вступит в силу 20 сентября этого года и введет новый порядок определения стоимости запчастей, материалов и нормы часов работ. Средняя стоимость будет определяться для каждого субъекта РФ и обновляться раз в 3 месяца. Очередная версия справочников перед утверждением будет проходить общественное обсуждение. Подробности на сайте.